Аккаунт 10-летней Полины Горбачевой в приложении «Лайки» вот-вот перешагнет рубеж в 200 тысяч подписчиков. Такого результата девочка добилась буквально за год. Увлечение школьницы поддержали родители. Когда я заметила ее увлечение, что она просматривает какие-то видеоролики, я решила разобраться. То есть, как бы я для себя поняла, что не нужно запрещать делать это, нужно прожить хотя бы один день жизнью ребенка и понять, что у нее в мыслях, какие у нее есть идеи, потому что все-таки ребенка нужно творчески развиваться. Я считаю, что «Лайки» именно вот, ну, очень подходит для этого. Как бы актерское мастерство развивается. Она придумывает какие-то сюжеты, озвучки, какие-то танцы, тренды. То есть я считаю, что это только плюс для ребенка. В семье считают, учебе и увлечение не помеха. Мама героини в прошлом занималась фотографией. От хобби осталось оборудование, два софтбокса и фон. После такого апгрейда качество видео улучшилось, популярность приложений выросла в разы. У нас тогда не было штатива, и иногда мы ставили на стулья, иногда на блендер ставили. А потом нам из Китая пришел штатив. И мы начали снимать. Нередко в съемках участвуют и питомцы Полины. Две собаки породы русский той и морская свинка. Трансляции, модные движения, тренды. Лайкер постоянно пробует новые образы и перевоплощается. Больше всего залетает видео с хайпом. Вот мы один раз засняли такое видео, что как будто бы мы красим волосы. И потом, у меня выпали волосы, и там сразу налетела куча лайков и комментариев. Ролик, на котором девочка якобы без волос, набрал 3 миллиона просмотров. Подписчики после этого посыпались, как грибы после дождя. Сейчас юная блогерша входит в рейтинг лучших лайкеров страны. Там она на 150-м месте. Подсчет ведется по количеству полученных сердечек за предыдущие дни. Недавно Полина получила серебряную корону. Признак того, что все видео авторские. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.